Привет! Возможно, кто-то из вас не знал, но в Sims есть грустный клоун. И я сейчас покажу, как его вызвать. Заходим в режим строительства и пишем в поиске «грустный клоун». Приобретаем эту картину на свободное место. Вернувшись в режим жизни, тыкаем на нее и смотреть. Иногда придется посмотреть больше одного раза, прежде чем грустный клоун появится. Но когда это случится, нам выскочит уведомление. Вот и он. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.